и благослови. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Псалом 118, 164 стих. Семикратно в день прославляю Тебя за суды правды Твоей. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 17 стих. Непрестанно молитесь. По молитве святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, несущим во гробех живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, несущим во гробех живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, несущим во гробех живот даровал. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети, исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, коже мы оставляем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, яко Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш милосердный Бог Иегова, Авва, Отче, свят, 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 Господь Саваоф, вся земля полна славы Его, Аллилуйя. Слава Вышний Богу на земле мир, в человеках благоволение, тайное и явное, в уме помышление, в одни в ночи, во все дни жизни великие и малые грехи мои прости, и соблазн, который я подал ими, где я падал и вставал, Господи, но благодарю Тебя, что никогда не давал мне отчаиваться в спасении. Слава Тебе! Это помощь Духа Твоего Святого, молитва святых. Хвала Тебе, Аллилуйя! Благодарю Тебя, Боже, за день, который даровал мне веру Твою святую, страх Божий, ожидание суда Божия. Благодарю за день, который даровал мне Твою святую Библию и указал на толкование святых отцов и канон и соборов, как на истину. Аллилуйя! И вечности воздай милости Твои всем, кто трудился над моей душой и возрастанием ее в Тебе. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами Твоими святыми. Матерь Божия, благодарю Тебя, покроем афором любви от всего, что не славит Господа. Господи, воздай милостью всем, кто помогал нам совершать миссионерские путешествия, и посеянные нами даст стабильные и добрые плоды, и благослови помогавших нам. Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога мне грешном. Добрый мой ангел, благодарю Тебя, сколько лет Ты защищал меня от видимых и невидимых опасностей и повреждений, и в смертный час не покиня, на мытарство страшных и непонятных, проведи душу мою, веди в Царство Небесное навеки. Господи, благослови народ Твой еврейский, дабы не приняли Сына Твоего Иисуса Христа, как истинную Мессию и Спасителя. Иоанн Креститель, Предтеча Христу, моли Бога о нас. Господи, научи нас жить в бедности, быть благочестивыми, довольными, довольствоваться питанием и одеждой, никогда не роптать, никому не завидовать, быть во всем экономными, помогать нуждающимся, искать прежде всего Царствие Божие, правды Его, не бояться начальствующих, правителей грозных, не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать и устоять верности Богу. Святитель Христов Никола, Медликийский чудотворец, образ кротости, воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас. Да примет Господь молитву Твою о нас и живности нашей, через которую Господь облегчает пребывание наше на этой юдоли, печали, земле. Святые пророки Илья, Елисей, Енох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, патриархи Авраам, Исаак, Иаков, Ездра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Иоиль, Агей, Сафоний, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил и отроки, пророк Михей, молите Бога о нас.
Господи, слава Тебе за Святую Библию, за дивных пророков, которые движимы Духом Святым изрекли, записали и сохранили эти слова для нас. Исполни Духом Твоим Святым Церковь Твою, дабы день прихода Твоего и нашего отшествия не застал нас неготовыми, но чтобы мы вышли навстречу Тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами полными елея добрых дел, соделанных в Духе Святом и с любовью. Святые ангелы, архангелы, херувимы, серафимы, все небесные силы престолу Божию предстоящие, молите Бога о нас. Святые всехвальные апостолы, первоверховный Петр и Павел, святые евангелисты Матфей, Марк, Лука и Иоанн и прочие апостолы, молите Бога о нас. Да дарует Господь нам жажду исследовать Священное Писание, бы через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Умягчи сердца правителей государств и народов, Владимира, Александра, Владимира, Джозефа, Эрдогана и остальных. Сохрани их от покушений всех начальствующих, дабы нам жить тихо и безмятежно, во всяком благочестии и чистоте. Даруй нам, Господи, священника, рожденного свыше, и благовестника, определи нашу участь, как Тебе угодно, святые мученики, Игнатий Богоносец, Поликар Смирский, Устин Философ, Косма Демиан, Андрей Стратилат, Ирон Мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеймон и 40 святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб, молите Бога о нас. Господи, укрепи сердца наши в Слове Твоем, и чтобы малые дети верили искренно в Тебя, в гонениях и искушениях не допусти до принятия антихристовых начертаний, начало ли на правую руку, чтобы в скорби и печали никто не отошел от Тебя. Господи, благослови призванных на фронт, изъятых из семей Максима, Никиту, Александра, Иоанна и всех тех, которые угодны Тебе, даруем духовное рождение, чтобы они были там, как светильники Твои на подсвечнике, как город на вершине горы, чтобы они не стали убийцами и помнили всегда Твои грозные предупреждения. Откровение, 13 глава, 10 стих. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение, вера святых. Пощади детей Твоих, томящихся в вузах, тюрьмах. Монаха Сергия, Глеба, Вара. И Тебе, Господи, угодных в лагерях, находящихся в психиатрических темницах. Посети, Господи, болящих нашей группы и всех тех, о которых просили помолиться о них. Укрепи их душевные и телесные силы, чтобы все принести. И никто не отошел Тебе в печали и уныние. Даруй каждому исцеление, как угодно Тебе. Аллилуйя! Упокой, Господи, усопших в обителях небесных, отец и братья наших, родителей, сродников, благодетелей, и всех православных христиан, ибо нет человека на земле, который, живя, не согрешил. Простимся их согрешения, вольные и невольные. И душам нашим полезное сотвори. Аллилуйя. Святые отцы Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий Египетский, Макарий Александрийский, Антоний, Феодосий, Корнилий, Иов, Сергий Радонежский, Стефан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, митрополит Иннокентий, Николай Японский, Макарий Алтайский, Иероним Стридонский, Герасим Павский, Филарет Московский, все переводчики Священного Писания, молите Бога о нас. Да помилует и спасет Господь нас, да дарует нам жажду исследовать Слово Божие, любовь к Святой Библии, да укрепит и сохранит нас Господь в Святой Православной Вере, а замыслы ретиков, сектантов разрушь, развей и ни во что преврати. Святые жены и девы, Фёкла Первомученица, Фатина Самарянина, Феврония, Вера Надежда Любовь, Матери София, Наталья Адриан, Варвара, Екатерина, Девора, Рахиль, Перепетуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескилла и Акила, Андроник и Юния, Киприан и Устина, Княжна Елизавета и Варвара, жены мироносицы, молите Бога о нас. Даруй, Господи, женам и девам послушание, молчание, целомудрие и стыдливость, и сохрани их от поруганий и нападений добрых людей. Все святые, молите Бога о нас. Благослови нас, Господи, на издательство проповеди во свете Святой Библии, книги для Слова Божия не туз. Помоги нам, Господи, финансово в этом деле, ибо без Тебя мы не можем ничего. И благодарим Тебя, Господи, за издательство предыдущей книги, славим Тебя. Аллилуйя! Благослови, Господи, наставника нашего Игнатия Тихоновича, митрополита Сергия, священников Геннадия, Иоакима, Наума, Алексея, диакона Александра, всех братьев, которые ведут занятия,
Барнауловскую, Потеряевскую, интернет-общину, детскую группу. Даруй всем твои земные блага. Господи, сохрани наше селение от стихийных бедствий, разрушений, пожаров, наводнений, воров и хулиганов, мятежей нечистой силы, благослови хранящего полицейских, пожарных и врачей. Господи, помоги всем нуждающимся в работе. Кто подает документы, Господи, помоги. Помоги, Господи, с продажей дома квартиры Татьяны и строительством дома, если тебе это угодно, Господи. Помоги, Господи, Игнатию Тихоновичу и Михаилу с восстановлением дома. Устрой, Господи, все так, как угодно тебе. Ты, Господи, всех знаешь наши нужды, Господи. Да будет Твоя воля во всем. Хвала Тебе, слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Боже милости, буди мне грешному, создав имя Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Господи, соедини нашу молитву с молитвами всех святых Твоих на небе и на земле. Ты сотворил этот мир и сохраняющего как зиждитель, Ты Бог, знающий все прежде бытия. Прими молитву всех молящихся о нас во благо нам. Любящий Отец наш Небесный, ради голгофских страданий пролитой крови Сына Твоего Единородного Иисуса Христа за нас грешных, услыши и исполни наши молитвы о всех заповедавших нам молиться о них. Господи, мы взываем о незаповедавших. Положи им на сердце помнить, что примирение с Тобой возможно только при жизни, ибо за гробом нет покаяния, приемлемого Тобою. Говори, Авва Отче, Владыка, слушают и дослышат рабы Твои голос Твой. Аминь. Христос воскресе. Стам Игнатий Тихонович, да, если есть у кого вопросы, задаем. Давайте. Мир вам, Игнатий Тихонович. С миром, дорогие братья. Игнатьевич, мир, Александр, вопрос такой. Совет нечестивых. Совет нечестивых. Это попадает под это определение? Ну, в первую очередь мы попадаем. Хорошо, это я. Дальше пояснять или не надо? Не надо. Ну и все тогда. Это так с этого начинать надо. Пользу весь мир приобретешь, а душе повредишь. Какой выкуп даст за душу свою? Да. Сколько раз мы нарушали заповеди, по одной только начни их перебирать-то, еще только не было. Прости и помилуй, Господи. А когда мы считаем, я грешник, супергрешник, так мы себя называем-то другими словами. Когда считаем канон покаянный, написано, я, как свинья, лежит в колу. Понятно? Так что, друг мой, тут надо, говорится, рот тихо открывать. Один проповедник говорил проповедник, и так подробно, ад, какая температура, как, а другой говорит, вот подумать можешь, только сегодня оттуда вернулся. Так, никого более нету? Христос. Ну все, тогда отхожу с Богом. Воистину воскресе Христос. Воистину воскресе Христос. Аминь. Воистину воскресе. Воистину воскресе. Аминь. Воистину воскресе. Воистину воскресе.